Какая красота, друзья. Я вот выбрался вот в парк, вот на природу. Друзья, кто любит природу, ставьте лайки, плюсы и комментарии. Кто это еще ничего не любит, ставьте мне дизлайки. Кто любит что-то, природу, красоту всякую, ставьте плюсики и лайки. Ну все. Смотрите, как красиво. Красиво. Смотрите. И наслаждайтесь моим видео. Это выпуск все для вас. Смотрим. Такая вот красота. Выбрался вот в парк. В парке Нальчика делают новую качелю. Называется «Черная дыра». Я, наверное, через нее прошел. Но я вернусь, если я через нее прошел. Это я снимал с двух камер. С двух. Это сейчас я снимаю первый на GoPro-шке. А другой я снимал на своем Canon, на своем фотике, фотоаппарате. Ну, у меня то есть видео только. Так, я покажу сейчас. Смотрим. Видно. А это качели, да, будет? Качели будет? А? Нет? Нет, нет. А черная дыра, да? А если не секрет, что это будет? Мы не знаем, что это. Ну как не знаю? Ну вот так. Ну ладно. Ну ладно. Не знаю, что будет. Ставим лайки. Комментарии. А что это будет, не знаете? А что это будет? Вход. Вход? Да. А говорили, что это будет черная дыра какая-то. Вот это, да, вот это. Вот это будет? А это будет вход в парк, да? А, извините, извиняюсь. А, вход в парк. А, вот, да, черная дыра, да? Спасибо. А вот черная дыра, то есть я извиняюсь. А это вход в парк, то есть будет. Вход в парк Нальчик. Вот так вот все это выглядит, друзья. А это вот. Вот это вот будет черная дыра. Вот. Друзья. Это вот черная дыра. Давайте. Зум поближе покажу я. Как это видно через
убирали, вот убрали вот с кольцо обозрения, вот что-то убрали, вот что типа делают. Говорят, будет другое, второе кольцо обозрения будет делать. Будет два в парке Нальчика. Будут поднимать до 50 метров. Не знаю, правда это. Нет. Что делают Нальчики? Не знаю, друзья. Не знаю. Я извиняюсь, это не черная дыра. Это был вход в парк, я извиняюсь, короче. Это не была черная дыра, это был вход в парк. Я извиняюсь. Я что-то не то сказал. Говорил тебе другое. Вот фонтан. Ну, у нас красивый парк в Нальчике. Ничего сказать про него не могу. Очень красиво, четко, все супер. Все новое, я горжусь. Мне все нравится, все круто. Друзья. Тут. Веревочный парк. Я вас не снимаю. Смотри, мальчик снимает. Батут. Вам нравится батут? Нравится. Где озеро, тоже там парк есть. Веревочный. Вот так вот. Так, все нравится. Небольшой. Да, всё нравится. Так, друзья. Если вы будете лазить. Ну вы поняли, да? Это конец. Где начало? Вот начало. Подождите, я вас зажигаю. Да. Это вы будете лазить, да, сейчас? А? Это вы будете лазить, да? Да. Это пока, вот так, да? Это конец, вон там. Тебе нравится веревочный парк? Сотрудник? А? Сотрудник? Не, снимаю, я веду влог в Нальчике. А, по вот этому парку, да? Да. Иди рассказывай. Она уже миллион раз. Тебе нравится веревочный парк? Да. Ну, рассказывай. Часто ходишь сюда? Сколько раз ты уже была? Пять, шесть, четыре, пять. А там еще на шестом этапе, там вот эти две зубы. Наверху железный трос натянут. Вот там вот его одного снимаете,
И, ну, вешаете, и просто держитесь и скатываетесь вниз. Эти внизу будут, на синем вот это, а этот наверху будет. Туда напишем так. Сколько лежит? Алла, первая. Первая. Это не страшно? Страшно чуть-чуть. Или опасно? Нет, я вот хожу вот на... Но страшно. Ну, этот можешь на уровень сразу. Все, первая пошла. Все, первая пошла. Только не упади. Это синяя, да, веревка? Панда синяя. Она уже там. Никто не держался за синий веревку. Если кто-то держался, то ставьте лайки. То есть не держался, ставьте лайки вниз. Если кто-то держался. Ну там никто не держался, мне скажут. Куда куда вы идут? Это до куда вы берете? Девочка, подожди. Ну вот такой вот веревочный парк, это еще не конец, это еще продолжение. Смотрите, мы выпуск, смотрите. Нам поменьше дядь. Нравится тебе там? Нравится? Да. Через сетку так не передает.
Сложно кататься на этом? Кататься? Да. Не, говорю, сложно кататься на этом. Кататься? Я говорю, сложно? Ну да. Нет. Научиться? А можно попробовать? А можно попробовать? Да, конечно. Я сама хочу кстати. Не, я боюсь, не. Макс, помоги мне. Я никогда не катался на этой штуковине. Я боюсь грохнуть. Две колеса. Две колеса ноги разбил. Тихо, Макс, поводи, колеса надо. Вот туда. О, у вас слишком большая нога, у вас ничего не помешает. Подожди, сейчас попробую я. Дай ровно. Хочу вперед. Ты же полностью расслабься, полностью расслабься. Сейчас все попробую еще раз. Что? Сейчас попробую еще раз. У вас прямой эфир, да? Да. Да что за видеокамера? Что ты за видео? GoPro. А? GoPro. Там хочет развернуться на ней. Танцы на льду называется. Тихо. Вот сейчас попробую, Так. Макс, посередине поставь ноги. Это слишком. Это мне когда надо? Сейчас мне назад или вперед? Просто, да? Вот так вот, наконец. Встань ровно сперва, для начала ровненько встань. Ух, полностью расслабься. Ровно встань, ровно. Я ровно встала. Леса вперед надо. Вперед, вот так ровно. А ты назад делай. Поскольку же я. А это тоже дофигня. Вот это тоже. А на этом нельзя попробовать, не на этом попробовать. А вот это самое вот спокойно. А на вот этом. Нет. Слушай, без палочки это для обучения. Не надо сказать на маленьком. Попробуйте на этом. На вот этом? Макс, помоги. Это для обучения это самый легкий. Для обучения? Для обучения это самый легкий. Вы откуда? The Bluetooth device is ready to tell. С Нальчика? С Майского? Да. Я не с Майского. Не с... А кто с Майского был? А кто был с Майского? У меня просто тетя там. Не, я не с Майского. Опять ты. В ту сторону хочешь ехать? В какую сразу сторону? Сразу. А, сразу? Да. Какую-то... Пятый. Я тебя не пугаю. На меня все как на дурака. Раздвинь ноги, ближе к колесу. Правый, ближе к колесу. Вот так, смотри, вот так ты говоришь, смотри. А как надо? Вперед? Сейчас получится, сейчас сделаю. Сейчас. Вперед, да? А, свое тело. Тело вперед. Ты умеешь кататься? Ко мне надо. Ты умеешь? Вперед свое тело. Сейчас. Дай научить тебя. Вперед, а можно? Надо. Встань, ноги расслабь. Ноги расслабь. Я, кажется, где-то поехал. Видно.
Да, блин, свое тело, блин, я не привык так. Сегодня. Так, на гироскутер не смотри, встань ровно, расслабься, не смотри на гироскутер. Мадам, подождите. О, в поход пошли люди. Тоже. Смотри. Возьми за руль. За руль возьми. Если ты берешь руку, то я вообще сам пойду вообще. Мальчик, а как ты делаешь? Ну, еще раз. Давай не гляди меня. Египетская сила. Давай, родной, давай. Вот получается у меня уже. Уже получается. Блин, это хрен, я никогда не катался. Очень люблю здесь кидать. Улыбаться. Ой, тебя немножко... Это тебя же замучил, да, наверное, уже? Не замучил? Такая крутая тачка, да? Крутая тачка. Продаешь? А? Продаешь? 2 миллиона. 2 миллиона. Люди, покупайте тачку. На вид она есть. Да. Цена 2 миллиона. А номера нет? Где номер? Номер. Она же новая, зачем ей номер? Блин. Тачка. Номера еще нет, новая машина. Она сама ездит. Он сам управляет ей. Ой, блин, запись идет. Ну, поставим с этой Я хотел развернуться. Что ж. На танцы. Танцы. Сколько такой стоит? От 10 до 15 тысяч. Тысяч? А ну-ка, проедь ты на нем. А ну-ка, ты на нем проедь, я тебя поснимаю. На нем проедь. Просто туда. У тебя как-то... Ты как-то сам идешь. У тебя как-то получается. Нет, так.
Ну, как-то так. Молодец. У меня новый iPhone, это мой новый iPhone, я себе купил его за 100 тысяч, за 100 тысяч я купил его, он четкий, я им пользуюсь, купил iPhone, все, видение на канале будет, все, яблочко, Apple. Все, я звоню там на человечку. Все, это мой телефон, все. Купил его за 100 тысяч. Мерседеса. Друзья, я его себе купил. Вот так он выглядит. Вот такая вот тачка. Четкие колеса. Посмотрите, посмотрите назад. Какой зад. Даже номеров нет. Это как? Номеров нет. Какой салон. Салон кожаный. Люблю все кожаное. А руль? Руль с кнопкой. Девочка какая-то стоит, он куда посылает, я это видел. Я то телефон. Больше я вон выдавил. Короче, в Нальчике случилась авария. Авария, ДТП. В Нальчике авария. И там он кулет упал. Столкнулись. Кто с кем? Кто? Мерседес не виноват, короче. И Ламборджини. Хорошие машины столкнулись. Кто прочнее? Никто. Все раздолбались. Видишь, какой сильный? Да. Видишь, какой сильный я машинку поднял? Настоящий. Давай сюда. Сюда, давай. Да. Это запрещено. Как я мороженое хочу. Как ты делал? Четвертое озеро Нальчик. Так, только вот так.
Пошли, Валюшка. А давайте я вас фотографирую на фоне панорамы. Не хотите? Как раз жених с невестой. И с них видно будет. Такая есть это возможность, да? Точно, не боится. Хотя они далеко будут. Ну все равно видно, что там пара. Ты, а их там видно? Нет, они загородили. И загородили невесту. Так? Точно так же сделать? Да, давайте. Нормально все? Так, давайте. Посмотрите, пожалуйста. Получилось у меня? Если не получилось, то... Сейчас я погребчу. Навряд ли так получится, слышишь? Быстро. Не снесет тогда. Вот озеро, друзья. Вот парк, мальчик. Она же я играла сейчас. Я жалею. Я играла сейчас. Чё ты там играл? Озеро четвертое. Пацаны велики. Вот люди на велике едят. Скамеечки новенькие. Скамейки. Ну, что мы там это делали? Кванч.
так вот. Это выглядит. Так, ну, сейчас на четвертом озере идем. Кто любит природу, ставьте лайки. И комментарии пишите, пожалуйста. Кто ее любит, обожает, или тоже обожаю так природу сильно. Я так ее люблю. Ну как ты? О, блин, рыбалка запрещена. Что они делают там, блин? Что ловят, кажется, камни. Я снимаю деревья. Ну, деревья, и мы в этом кадре. Я снимаю деревья. Вот снимай, когда людей нет. Хорошо. Что вы кричите, блин? Что вы меня вам кричите? Деревья снимаю. Деревья. Деревья снимаю. Еще раз попробуй. Здесь убрали, да, кажется, веревочный парк. Да, здесь убрали. Какая собачка красивая у вас. Собачка. Да, убрали здесь веревочный парк. Убрали веревочный парк. Не знаю, почему его убрали. Его, короче, убрали. Не знаю, почему его убрали. Вот, пишите в комментариях. Помнит, здесь был веревочный парк, но его убрали, по моему сведению, его перенесли.
Сколько? Переехали, значит. Ну, такое вот озеро Нальчик. Это будет все с музыкой. Так вот. Видите, какое грязное озеро. Какое грязное. Вот листья кидают, не знаю, вот мусор. Посмотрите. Вот так вот грязное озеро. Березка. Березка. Не знаю, да здесь даже лодка есть. Давайте подписывайтесь на мой канал. Я поднимаюсь на эту башню. Вот так вот все выглядит, друзья. Друзья, поднимаемся на башню. Так вот было видно. Поднимаемся. Такой вот вид из-за моего окна. Вот такой вот вид из окошка. Друзья, это Кабардино-Балкария. Самая красивая в мире. Это Кабардино-Балкарская республика. Поднимаемся дальше. Уже второй этаж. Так, друзья, вот так вот все видно. Вот такой вот вид. Вот так вот, друзья. Мы прошли через нее, там мы. Там было закрыто, мы все равно ее через нее перешли там. Вот такой вот вид. Так красиво. Сегодня у нас суббота, друзья, вот так вот все выглядит. Я люблю субботу, вон там вот вид уже, на город вид. И, друзья, да, вот. Сосрука, там сосрука. Сейчас мы еще дальше поднимемся, еще дальше. Дальше вот вид на озеро. Вид на озеро Нальчик. Вот такой вот вид. Не знаю. Короче, мы там перешли, там что-то там было закрыто, мы там открыли замок. Напишите в комментариях, сколько стоит башня. Не знаю, на. Стоило где-то 30 рублей, мы так пошли, через забор, там никого не было. Ой. Ой, как красиво. Друзья, кто любит такую красоту, как я, напишите мне в комментариях и ставим лайки, друзья. Все круто! Yeah. Друзья, вот так вот сейчас вам покажу. Такой вот вид. Прекрасный, красивый. Все четко, все круто! Все круто! У-у-у!
Там уже открыли, кажется, да? Сейчас мы посмотрим все. Пошли дальше. Где-то мы здесь. А это с другого вида. Вот такой вот вид другой. Там зеленый театр. Вот автостоянка, все новое сделали. Как вот все это выглядит. Идем дальше. Идемте дальше. Люблю природу, я люблю очень сильно ее. Солнце, вот такие вот ступенечки. Ой! Ой! Такие вот. Какие-то здесь надписи. Надписи какие-то. Вот такой вот новый зоопарк. Если там видно, но это я буду снимать с двух камер. Это я сейчас снимаю, сейчас буду снимать с двух камер. Это сейчас снимается на GoPro-шке. Вот так вот. Это видно. Пишите в комментариях, как меня видно, нормально, четко или что там в этом роде или видно. Как так. Ну вот так вот, друзья. Кому видно меня хорошо, пишите в комментариях. Ну и все. На этом. Вид на город. Вид на город. Я даже покажу сейчас даже за парком покажу сейчас здесь. Здесь не видно, здесь просто не увеличивается. А вон там вот вид на наш прекрасный город. Нальчик. Так вот, друзья. Это я сейчас буду снимать еще на второй камере. На своем Кэнне. На своем Кэнне. Панорама города, считаем, делаем панорама. Панорама нашего вида.
кто в каком месте живет, сейчас находится где сейчас, пишите в комментариях, кто в Нальчике, кто не в Нальчике. Приезжайте в Нальчик. Самый красивый город на земле. Говорят, он чистый город. Так это так, не так. Так вот. Это столько мы шли вот. Да, вот шли столько. Где наш белый дом? Ого, как белый дом, далеко как находится. Говорят, будет колесо обозрения будет менять. Не знаю, я это правда или нет. Сегодня суббота, такой прекрасный день. Фух. Люблю такой прекрасный, такой солнечный день. Там вот это все выглядит. Сейчас бы скинуться бы в зоопарк. Сейчас в зоопарк бы. В зоопарке делали что, все по-новому? Не знаю, такого не было. Вот так. Так вот, друзья. Тоже. Вот тут же как я пошли. Там было закрыто, я там это, короче, все передернул и пошел так. Да, никого не было. Зато там была злая собака. Злая. Вот такой вот вид, друзья. Нет, там что-то, кажется, поменялось в зоопарке. Что-то поменялось. Кажется. Покажу, как можно попасть в зоопарк. Не плати деньги. Я вам покажу. Ну вот так вот. Потом покажу еще Кизиловку. Еще вам Кизиловку покажу. Как. Там красиво на Кизиловке. Давайте, пока. Продолжение следует, смотрите, где на моем канале. Только на Кавказе есть вкусные шашлыки, это только в Кабардино-Балкарской республике. В Кабардино-Балкарии есть настоящие, четкие, вкусные шашлыки. Больше нигде такого нет. И сочные шашлычки. Кто шашлычки любит, ставьте плюсы, комментарии, комменты, пишите в комментариях, я напишу, чего там. Что вы какие шашлыки любите, пишите в комментариях, мне все плюсы, лайки. Давайте. Все, я пока продолжаю свой путь. Я выхожу, все. Вот такие вот кошки. Обожаю. Кошка. Продолжаю.
Ну, опа, опа. О, я чуть не упал, чуть не грохнул. Все. А будьте аккуратны, когда вы спускаетесь по вот в этой трапезе. Трапезе. Ну все, я уже вот иду вот. Аккуратно будьте, когда вы смотрите под ноги, то многие бьются, ходят сюда и поставили такие ступеньки, в которых люди вообще падают. Это что за ступеньки? Такие, какие-то. И будьте аккуратны, когда вы заходите сюда, здесь стоит такая собачка, здесь такая собака. Будьте аккуратны. Все, давайте. Пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите в комментариях. И приходите сюда, где все круто. Ёлочки. Так вот вообще. Какая-то жирная, да? Собачка. Ешь давай. Давай ешь, поедай. Не? Не? Ой, и сколько это все стоит? 60. Ну, сколько это стоит?
ступеньки. Такая вот простота, друзья, за мной, а я пока кручу, показываю спиннер, его пока кручу, вот так вот, друзья, это такая красота, что не продается, что вообще ужас, так красиво. Люблю, когда клён падает, когда листики падают от клёна. Вот так, мои друзья. Это всё сейчас. Березка красивая, березка четкая. Ну вот так вот, друзья, это небольшой мой видеоролик, небольшой. Это все будет смонтировано. Вы все увидите на моем канале. Друзья, вот так вот учат на кататься на гироскутере. У меня тоже будет видос, смотрите. Видосик. Вот так вот четко. Четкие гироскутеры. Вот гироскутер, друзья. За моей спиной находится. Вот. Друзья, в Нальчике прыгают вот такие пацаны. Четкие пацаны прыгают. 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 Я тоже с ними попрыгал бы заодно. Прыгал. Ну-ка, дай-ка, пап. А, ой, ой. Закончился и все. Ты чё, папка? Ты чё? Да иди, папка. О, дай сам встану. Кто выпил? Папка. Штука, там пытались.
Это как с папой разговариваешь, а? Мне 45 лет, ты чё? Вообще-таки мне 99. Чё? Ты как с папкой разговариваешь? Завтра 100 будет. Такая простота, друзья. Это Кабардино-Балкария.
Зима.